уважаемые партнеры и гости нашего портала. Вашему вниманию представляется видеоролик «Обзор инвестиционного фонда» от команды Первого банка мониторинга firmonitor.com. И наш сегодняшний гость – это один из новичков раздела «Эксклюзив листинг», который разместился там несколько дней назад. Проект под названием «Рандомный уикенд» по заявлению его администрации является крупным игроком на рынке туристического бизнеса. Имея профессиональную команду и богатый опыт, руководство проекта приняло решение о расширении своего бизнеса путем привлечения частных инвестиций. Конечно же, это легче всего сделать посредством сети интернет, так, собственно, и возник портал, который мы с вами наблюдаем на экране. Сайт фонда выполнен в простом тематическом стиле и имеет несколько языковых вариантов. Дополнительно отметим, что интернет-портал проекта обладает авторским дизайном, работает на уникальном скрипте и оснащен SSL-сертификатом шифрования данных от компании Комода. Маркетинг фонда имеет 7 основных тарифных планов с возможностью вклада как в биткоин, так и в фиатных средствах, которые представлены в виде путевок в разные страны. В данных тарифах срок работы вклада составляет от 1 до 7 дней, а доходность от 103 до 170%. Также стоит отметить, что каждый из тарифов имеет субплан, который определяет конечный итог профита. А теперь изюминка проекта Randomly Invest – случайный выбор тарифа самой системой. При создании вклада в личном кабинете вы вводите желаемую сумму инвестиций, а рандомизатор самостоятельно активирует вам путевку в одном из 7 тарифных планов. Таким образом, для инвестора вносится некий элемент неожиданности, а система получает возможность контролировать нагрузку, что положительно сказывается на ее живучести. Дополнительно имеется тарифный план под названием «Увлеченный турист». В нем условия совершенно другие. После инвестиции от $10 вы каждые сутки будете получать по 1% прибыли. В данном тарифе нет конкретного срока работы вклада, и тело вашего депозита может быть выведено даже через 24 часа после его создания. Однако стоит помнить, что этот план доступен лишь один раз, так что перед тем, как выводить тело, лучше несколько раз подумать. Создать депозит или вывести средства из Randomly Weekend можно посредством Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Advanced Cash, Kiwi и Visa MasterCard. Также отметим, что при пополнении в биткоин у вас есть два варианта – сделать депозит в BTC или же конвертировать его в доллары США. По информации, что имеется на сайте проекта, все выплаты производятся моментально, что само по себе довольно неплохо. Партнерская программа проекта имеет один уровень в глубину и карьерную структуру. Сразу же после регистрации вы можете рассчитывать на дополнительное вознаграждение в размере 3% от депозита ваших рефералов. Постепенно наращивая объемы инвестиций ваших рефералов, этот показатель можно прокачать до 15%. Личный кабинет инвестора довольно прост. На главной его странице представлены блоки для создания депозита, а в разделах меню, что находится слева, можно пополнить счет, посмотреть список купленных путевок, заказать выплату, установить настройки аккаунта, получить доступ к реферальному меню, проанализировать историю движения средств и оставить отзыв о работе с Randomly Weekend. Ну и, так сказать, последний штрих нашего обзора – поддержка пользователей. Она имеет в своем арсенале систему тикетов, адрес электронной почты, телефон горячей линии, а также ссылки на группы Randomly Weekend в социальных сетях и контакты саппорт в Telegram. Собственно, на этом у нас все для вас. Профита и отличного настроения, дорогие друзья!